Приветики, мои дорогие друзья! Приятно, что вы заглянули к нам на канал. Мы с Мишаней сегодня будем делать текстильную фоторамку с сердцем внутри. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Я постараюсь все подробно объяснять. Поскольку мой канал призван экономить, будем делать из того, что у нас есть. Я насобирала разных цветочков, травиночек пластиковых для декора, пуговички, ленточки разных цветов, кусочек флиса, наверное, вы догадались, откуда этот картон, колготки, и кусочек ткани, которой мы будем декорировать саму рамочку. Сердечко из открытки, а вы можете или сами нарисовать, или найти и распечатать в интернете. Здесь отрисовываем наше сердечко и вырезаем острым канцелярским ножом на какой-то плиточке или досочке, чтобы не повредить стол. Такое сердечко может быть для чего-то пригодится. И наше сердечко здесь. Теперь на другой картоночке итак. Вот такая рамочка. И эти два сердца потом для чего-то нам пригодятся. Теперь мы, рамочка будет такая мягенькая. Теперь прикладываем нашу картоночку вместе с сердечком. И карандашом или фломастером отмечаем контуры нашего сердечка. И по контурам потом вырежем. Мы вырезали сердечко, приклеиваем наше мягенькое сердечко к бумажке. Я приготовила клей-пистолет, но сразу хочу сказать, в местах склеивания это не должно быть толстым. Вот получилась у нас такая мягкая картоночка. Обтянем этой тканью нашу рамочку. Конечно, если бы картон был поплотнее, было бы здорово, но пока то, что есть. Друзья, мы должны вот эти кусочки поотрезать, вот эти хвостики. Вот, мои хорошие, вышла вот такая вот рамочка. Теперь нам надо в серединочке вырезать сердечко так, чтобы мы могли завернуть ткань. И, наверное, вот так вот нарисуем и потом вырежем.
теперь сделаем надрезы гуще, а здесь реже, где ровные места. Так, всю рамочку по периметру. Очень кропотливая работа, друзья. Надо хорошо натягивать и, соответственно, правильно фиксировать. Так. Можно это делать другими клеями, какие у вас есть. Желательно, конечно, чтобы он быстро схватывался. Такое сердечко. У нас получилось, оно еще не закончено, конечно же. Теперь нужно обрезать все вот эти вот хвостики. Так мы сделали трафарет нашей рамочки. А вот зачем нам и второй, тот, который мы вырезали в начале. Мы должны приклеить прямо сюда. Вот такая получилась у нас текстильная рамочка. Это еще не все. Ее можно задекорировать. Не зря я приготовила разный декор, разные цветочки. Композицию мы с Мишаней уже придумали. И останется только ее прикрепить. Пока мы еще не приклеили декор, приклеим вот эту вот последнюю картоночку. Но это будет только с трех сторон. Сердечко у нас получается, и вот эта сторона будет для того, чтобы можно было вставлять фотографию. А здесь мы приклеим вот такую вот петельку сзади, и можно будет вешать фотографию на вот эту петельку. Чтобы не ошибиться, надо поставить себе меточку, где серединка. 21 у нас тут, значит, меточка будет 10,5. У нас и петелька для фотографии небольшая, вот такая вот. А теперь приятный процесс приклеивания декора. Возьму пинцет на всякий пожарный. Такая у нас фоторамка получилась. Не показывала вам, как креплю декор. В принципе, это несложно. Это с помощью клей-пистолета ставим каплю и так прикрепляем все, что мы задумали. Вот смотрите, как попадает туда фотография, например. Вы поняли, да? Вот так вот вставлять ее сбоку.
такая будет фоторамка для наших друзей. Буду очень рада, если им понравится. Самое главное, с любовью. Фоторамка с любовью. Вообще все, что делается, делается с любовью. Пусть жизнь приносит вам радость, и желаю успешно справляться со всеми трудностями. Главное, что у вас есть друзья. Всего вам хорошего, друзья. С вами была Галина Пчелка. Пока-пока.